Всем тихой ночи. В прошлом голосовании в комментариях победил пункт про обновление церкви разбитого бога, или культ Михан. Так что это большое видео по одному из крупнейших культов мира SCP. Однажды фонд SCP обратил внимание на то, что по миру ходит какая-то странная болезнь. Зараженный долго не замечает никаких симптомов, однако организм быстро и необратимо изменяется. Живые ткани заменяются на искусственные материалы, в основном на металлы, но иногда на стекло, резину и пластик. Затем целые органы постепенно преобразуются в механизмы, берущие на себя их функции. Большую часть времени больной ощущает лишь смутное беспокойство. И только на поздних стадиях, когда механическая часть тела начинает агрессивно поглощать биологическую, человек испытывает сильную боль. За время скрытого развития болезни пораженный человек может заразить немало других людей. Поэтому фонд SCP был вынужден бросить существенные силы на изучение этого явления, присвоив ему номер SCP-217. Было открыто, что SCP-217 бурно взаимодействует со многими другими объектами, например, с SCP-229. Незадолго до этого уже найденный фондом SCP. 229-й объект представляет собой нечто, ведущий образ жизни, сходный с обычными растительными средствами. Однако эта штука не является растением, а представляет собой клубок проводов, разрастающийся на несколько сантиметров за час и поражающий электросети. Что происходит, если эти два объекта взаимодействуют, из документов непонятно, потому что данные удалены. Но явно что-то очень плохое, ибо эксперименты, связанные с взаимодействием этих объектов, допускаются советом опять только в самых крайних случаях. Также вирус странным образом был связан с еще одним объектом. Однажды в арктической части Канады, недалеко от заброшенного по неизвестным причинам города, был найден странный предмет. Он был похож на беспорядочное нагромождение шестеренок, тросов, винтов и разных механизмов. При этом эта гора мусора еще и быстро разжевела и разваливалась. Ко времени, когда людям SCP удалось извлечь предмет из воды, он стал заметно меньше. Необычного в этой штуке было то, что, будучи очищенным от ржавчины, отдельные механизмы устройства приходили в движение без всякого источника энергии. А если засунуть в эту механическую штуку любой другой железный предмет, объект преобразует его в какой-то из своих элементов. Кроме этого, у теперь уже объекта SCP-882 обнаружилось и другое свойство. Если человек находится недалеко от него достаточно долго, он начинает слышать голоса, а через какое-то время подопытные бросались в работающие механизмы объекта и погибали. Изучая эти три объекта, исследователи фонда обнаружили между ними некую мистическую взаимосвязь, как будто они были частью одного целого и стремились объединиться. Однако, почему так происходит, долгое время было неясно. Ответ удалось найти где-то на заброшенной фабрике во Франции. Местные жители долго слышали из здания странные звуки, и в итоге агент SCP, проверявший это сообщение, нашел небольшую группу сектантов, называвших себя «Церковь разбитого бога», или ЦРБ. Сектанты механического культа, как оказалось, сооружали странного вида машину на случай пришествия в наш мир их бога. У них получилась громоздкая машина с человекоподобной фигурой на вершине, которая издает высокочастотный звук, похожий на пронзительный крик. Теперь в фонде SCP этот объект хранится как SCP-808. Но главное, фонд SCP узнал, что сектанты эти считают, что если собрать вместе все части своего божества или разбитого бога, он перестанет быть разбитым, станет целым и сделает всем хорошо. Три найденных до этого объекта являются, собственно, частями их бога. SCP-882 — это механическое сердце. Ну и два других объекта тоже, наверное, важные части. Но что более важно, у ЦРБ есть множество других деталей их божества. А раз у нас тут фонд SCP, то все аномальные вещи он, конечно же, решил забрать себе. И для начала МОК фонда устроили засаду конвою ЦРБ. И, как оказалось, не зря. Сектанты перевозили еще одну вещь. Это была стеклянная сферическая скульптура, которая на первый взгляд состояла из мутного стекла, но на второй, более внимательный, из множества миниатюрных микроскопических механизмов. Эти механизмы легко откалывались от общей конструкции и, отделившись, начинали жить своей жизнью, стремясь попасть в глаза человеку. Если такой осколок достигнет своей цели и окажется в глазу, он соединяется с нервной системой жертвы, и жертва эта начинает время от времени впадать в транс, периоды которого со временем становятся все продолжительнее, пока жертва не перестанет приходить в себя совсем. Сектанты ЦРБ назвали этот предмет глазом разбитого бога, а фонд SCP присвоил номер SCP-813. Таким образом, фонд приобрел уже 4 элемента из предположительно 6 частей разбитого бога. Но где еще 2? И что будет, если агенты SCP соберут все? Вдруг тогда и наступит то самое пришествие механического бога, которому готовятся культисты ЦРБ. Так вот, интригующе выглядела тема разбитого бога в той самой первой 1000 объектов. Поглядим, как эта история развивалась дальше.
Однажды, исследуя свои архивы, сотрудники SCP выяснили, что оказывается у них есть предметы, определенно являющиеся частями разбитого бога. При этом эти вещи были найдены очень давно. Например, аномальный болт, судя по всему, выпавший из одного из частей божества, имеет номер SCP-1037. Он был найден еще организацией предшественником фонда в конце 19 века. Неужто церковь разбитого бога такая древняя штука? Фонд начал собирать информацию о деятельности секты и вскоре узнал о существовании одного из укрытий адептов ЦРБ. Туда была отправлена МОК Дельта-5 «Авангард», и после захвата здания в его подвале сотрудники встретили безумного старика, державшего странный металлический предмет. Сам предмет был покрыт неопознанными узорами, но люди, непосредственно видящие его, воспринимают их как буквы на неизвестном языке. Если к объекту подключить источник тока, он начинает излучать некое поле. Люди, оказавшиеся достаточно близко к подключенному к электричеству объекту, забывают известные им языки и начинают говорить на каком-то новом, совершенно неизвестном науке. При этом им становятся понятны некоторые считающиеся бессмысленными надписи. Например, манускрипты Войнича. Объект был бы обозначен как SCP-1139, а сами адепты ЦРБ считают, что это язык их бога. Кроме объекта в убежище ЦРБ, оперативники SCP встретили множество документов, из которых стало понятно, что культ разбитого бога существует многие столетия. Изучение ЦРБшных древностей приводит сотрудников к SCP-1461, дому червя. Объект не слишком раскрывающий именно что лор ЦРБ, а скорее начинающий другую ветвь лора про этого червя, про которого видео уже есть на канале. Но сам по себе он очень хорошо написан. Наверное, даже один из лучших. Объект, который просто надо прочесть самому. И на этом канале, кстати, есть его чтение, но оно очень старое, еще в плохой микрофон и с кучей косяков. Но ссылку на него в описании оставлю. Тем временем руководство фонда решает провести несколько экспериментов с уже найденными частями разбитого бога. В результате этих экспериментов горы волшебного металлолома порождают 6 предметов, похожих по форме на яйца. На стальной поверхности каждого из них оказались гравировки, из которых становится ясно, что культ разбитого бога существовал еще в глубокой древности, возможно, в древнем мире. Аномальное же свойство этих яиц заключается в том, что любой человек, который видит одно из яиц непосредственно или даже помнит, как оно выглядит, может установить ментальный контакт с этим яйцом. Анализ психических волн, исходящих из яиц, показал, что к ним подключены десятки тысяч субъектов, все из которых являются адептами ЦРБ. То есть, выходит, фонд случайно создает из частей разбитого бога объект, позволяющий всем адептам механического культа связываться с некими разумными сущностями, порождениями их божества, и, видимо, получать от них указания. Фонд называет эти яйца SCP-1564. А вот представители культа решают, что это ангелы, посланные самим богом машиной. Анализ работы этого объекта позволил найти множество мест, где адепты культа скрывались. Например, одно из сообщений указало на подземный комплекс в Англии, еще времен промышленной революции, где находилось трехметровое механическое человекоподобное существо, состоящее в основном из паровых механизмов. Оно оказалось паровым жрецом бога машины, служившее тут своему божеству еще в 19 веке, в составе организации, называющейся «Новое железное братство». В конце 19 века это братство распалось, уступив место ортодоксальной часовой церкви, которые предпочитали устройство, подобное механическим часам, вместо паровых котлов. Они же, кстати, являются на сегодня основным течением ЦРБ. А вот парапанк, видимо, как-то не прижился. Так или иначе, паровой жрец теперь совершает свои ритуалы в камере SCP-1917. Из объекта второй тысячи мы узнали, что культ разбитого бога уходит далеко в прошлое, возможно, в глубокую древность. В нем существует несколько течений, а также стало понятно, что последователей культа довольно много по всему миру. Фонд SCP продолжает поиск древности, связанных с ЦРБ, ведь из собранных материалов стало понятно, что ЦРБ в том или ином виде существует очень давно. Еще во времена Советского Союза в пустыне Каракума в 85 году отделом ПГРУ был найден огромный 93-метровый бронзовый человекоподобный колосс. После распада Союза предмет был получен фондом SCP и заимел номер SCP-2406. В ходе его изучения стало понятно, что это огромная машина, способная под управлением 6 операторов двигаться, ходить и даже сразу. Внутри колосса исследователи фонда нашли множество древних свитков, написанных во времена микенской цивилизации, примерно в 1200 году до нашей эры. То есть культы поклонения механическому богу, или механ, существовали еще в древнейших известных цивилизациях, и уже тогда они воевали с культами плоти саркицистов. Эти древние войны мира SCP, механической империи и империи плоти, это вообще уже, можно сказать, отдельная ветвь лора. Множество объектов со стороны как механитов, так и саркицистов и девитов посвящены
посвящены именно этому. В этом же объекте особый интерес вызвало оружие, установленное на этой гигантской машине. Предположительно, оно имело внеземное происхождение. Космическая тема, впрочем, как-то не раскрывается. Из других объектов становится понятно, что часовые ортодоксы знают о существовании неких живых организмов, обитающих на Венере. Но как-то это никуда не идет. Дальнейший поиск привел SCP к еще более древним объектам. В Кувейтской пустыне, как оказалось, пряталась изолированная община людей, в центре которой стоял древний зиккурат, который, судя по всему, был на 1000 лет старше старейших других подобных сооружений. Фонд SCP отбил этот объект у организации XIR, которая до этого пыталась установить контроль над объектом, а затем начал исследование в качестве объекта SCP-2688. В результате такого исследования стало понятно, что в этом храме некогда поклонялись механическому божеству, еще в те древние времена. Там были и другие божества, все из которых известны фонду как различные объекты, но это уже тема другая. Во время захвата артефактов у ЦРБ, фонд SCP в том числе получил в свои руки книгу под названием «Книга обрядов», в которой написано, как надо поклоняться богу механизмов. Фонд SCP в этой книге больше всего заинтересовало описание особого места, где происходят чудеса. Прибыв на место, агенты увидели на первый взгляд обычный пляж, заваленный странным мусором. Однако, понаблюдав за этим мусором, люди из SCP заметили, что на этом пляже сами по себе постепенно формируются различные детали техники. Из песка растут шестеренки, лампочки и другие предметы. Так что пляж теперь называется SCP-2217. Сама по себе постановка на содержание объекта глубоко оскорбила сектантов, и они пошли на большой штурм, в ходе которого стало известно о новом течении ЦРБ, а именно о максвелитах. Они предпочитают часовым шестеренкам современные цифровые технологии. Кроме того, они не считают, что разбитого бога вообще можно собрать из шестеренок, гаек и цепей, а скорее пытаются написать его как программу. Собственно, поэтому их нередко считают еретиками. Несмотря на такие разногласия, два течения ненадолго объединились, чтобы отбить свою святыню. Большая группа ортодоксальных часовщиков вместе с максвелитами смогла прогнать сотрудников SCP и снова занять свой любимый пляж с шестеренками. После этой битвы с руководством SCP связался лидер ЦРБ Роберт Баймейра, который предложил не только мир, но и союз для борьбы с другой аномалией SCP-610, с которой именно тогда фонд имел большие проблемы и потому согласился на предложение. Итак, заключив союз с ЦРБ, фонд узнал о максвелитах, и особенно агентов SCP заинтересовало то, что эти люди распространяли аномальные импланты среди населения. Ведь это прямая угроза секретности мира аномального. Например, вот SCP-2360 — это группа из трех человек, тела которых наполнены имплантами, позволяющими им очень хорошо и слаженно играть в шутеры, например, в Call of Duty. Импланты, кроме всего прочего, изменили разум геймеров. И теперь они воспринимают свою игру как акт поклонения разбитому богу. С таким фонд SCP мириться уже не мог. Да и соглашение фонд, похоже, заключил только с часовыми ортодоксами. А вот в места, где собирались максвелиты, мог SCP вполне себе продолжал наведываться. Во время одного из таких рейдов был получен SCP-2660. На первый взгляд это просто лампа с необычными миметическими эффектами. Информацию о ней нельзя забыть или стереть. Но при более внимательном изучении все оказывается сложнее. Предметы, находящиеся в прямой видимости от объекта, начинают обладать неким свойством, названным самообъяснением. На практике это значит, что любой предмет, находящийся около лампы, становится идеальным представителем своего класса предметов. Например, ключ открывает любой замок, потому что он ключ и должен открывать замки. Книга идеально передает изложенную в ней информацию читателю, потому что книга — это источник знаний. А любая собака становится дрессированной, потому что собака — друг человека. Вместе с объектом агенты SCP поймали и местного лидера максвелитов, который объяснил, что лампа не аномальна. Просто люди на самом деле живут в нереальности, а лампа лишь рассеивает ее тьму, обнажая настоящую суть вещей. Настоящая же суть заключается в том, что весь мир — это на самом деле сигнал, несущий информацию об объектах реальности, и уже только потом конкретные вещи. Короче говоря, максвелиты считают, что мы живем то ли в матрице, то ли в ноосфере, а разбитый бог — это по сути сама сущность этого сигнала, являющийся источником всего. Вот такая крутая у них философия. И это пока часовая церковь просто хочет собрать бога из аномальных деталек. Впрочем, долго не продержались и соглашения SCP с часовщиками, ведь глава ЦРБ Роберт Баймейра был убит циркицистами, что уже упоминалось в видео про окарциста Иона. Его тело передал фонду SCP неизвестный человек, в знак того, что SCP и механиты должны все же объединиться против общего врага, а именно против циркицистов, которые со временем неизбежно наберут силу и устроят мясной во всех смыслах апокалипсис. Останки великого механита хранятся в качестве объекта SCP-2834, а фонд SCP таки заключил соглашение, теперь уже с часовщиками и максфилитами.
В 4, 5, 6, да и последующих тысячах объектов, связанных с ЦРБ, тоже хватает. Тут и секты, совмещающие учение плоти и металла, и механический слон из Древнего Рима, и кибернетический медведь, поклоняющийся богу машине. Объекты, добавляющие все больше деталей к культу механического бога, появляются с завидной регулярностью. Хоть и каких-то особых переворотов в лоре не делают, фонд находит множество механических древностей, видевших старинные войны плоти и металла. Часовщики создают все более безумные механизмы и сами превращаются в них. Максвеллиты забираются все глубже в киберпространство, откуда проникают и в ноосферу. Все это было и в самых первых объектах SCP. Это и на момент выхода этого видео есть и в самых новых. Последующие объекты, правда, развивают связь культа Механ с династией Ся. О них видео на канале тоже есть. И их божествами-драконами, что лично мне кажется какой-то совершенно ересью, потому что очевидно, что именно Микенская цивилизация создала культ механизмов впервые, а сам Механ — это огромный волшебный механический колосс с стальными крыльями, огромным молотом в одной руке и молнией в другой, который развалился в страшной битве с богами плоти, сумев перед своей кончиной заключить их в стальной тюрьме далеко от этого мира, а не какой-то долбанный дракон. Такие дела. Таковы механиты в SCP. Одна из наиболее проработанных фракций в мире фонда. Не забывайте писать в комментариях, что мы еще не обсуждали на этом канале из мира SCP. За что будет больше голосов, о том и поговорим в следующем подобном видео. А пока, всем пока!